Смена инструментов. Смена инструментов. Держи, маршал. Первое бревно готово. Отъезжай. Сегодня замечательная погода. Я так рад, что райдер взял меня с собой на водную тренировку. Я смогу полной мерой испытать свой костюмчик. Так, ну вот, я наконец-то и вылез из кабины. Ну что, крепыш, вот здесь мы будем проводить тестовый заплыв. Классно, мы будем тренироваться. Да, мы будем тренироваться, и нам этого озера достаточно будет, чтобы провести свой тестовый заплыв. Ну что, ты готов? Пойдем. Сейчас уже приеду на место, перетрансформирую свой дрон и буду его тестировать. Поднимаюсь. Ну что, крепыш, ты готов к заплыву? Готов. Поплыли. Давай, крепыш. Давайте, ребята. Кто из вас дальше поплывет по бурному потоку? Мы вас отпустили. Мы пустим в течение. Это на самом деле здесь завихрение. Мы пустили их в свободное плавание. Вот в таком вот озере, большущем, с таким вот течением. Рокки, как обычно, заготавливал целебные травы. А райдер и крепыш продолжали водные процедуры. Крепыш, где ты там? Вон он, я вижу... На помощь райдеру. Я вижу только голову из воды торчащую. Из этой мяты я буду делать мятный чай зимовый. Ой, Райдер звонит. Рокки, срочно выйди на связь, ты нам нужен. Слушаю тебя, Райдер. Мы с крепышом отправились на водные процедуры, но я смотрю, крепыша понемногу уносит течение. Наверное, будет нужна твоя помощь. Выдвигайся к нам скорее. Сейчас только возьму свой спасательный круг и пойду к вам, но я же не хочу намочиться. Нажимаю кнопку автоматического закрытия двери. Крепыш уже отправился аж вон туда. Вот Рокки сейчас идет спасать крепыша и райдера. Давай, Рокки, отправляйся на спасение. Ву-у-у, Рокки, ты молодец, ты спасешь крепыша. Продолжаю патрулирование. Так, я заметила машину Рокки. Сейчас подлечу поближе, приземлюсь и узнаю, что там, как дела. Я обнаружила, что машина пуста. Пойду поищу Рокки. Где же он запропастился? Рокки! Рокки, ты где? Может быть, Рокки в кабине что-нибудь мастерит и не слышит меня? Сейчас открою, посмотрю. Рокки? Ой, здесь пусто. Рокки нету. Где же Рокки? Послушай, может быть, здесь осталась запись разговора Рокки с райдером? Мы с крепышом отправились на водные процедуры, но я смотрю, крепыша понемногу уносит течение. Наверное, будет нужна твоя помощь. Выдвигайся к нам скорее. О, Рокки отправился помогать райдеру и крепышу. Я думаю, им тоже нужна моя помощь. Быстро сажусь в дрон и лечу к озеру. Включаю двигатель, активирую гироось, взлетаю. Надеюсь, я успею вовремя и ничего серьезного не приключится. Спешу на помощь, скай вперед, небо зовет. Так, тут бы где-нибудь приземлиться, чтобы в грязь не попасть. Вот здесь подходящее местечко. Рокки тоже там недалеко от райдера, и на помощь выдвигается Скай. Поехали! О, Скай, как резво! Молодец! Плыви! Плыви и спасай всех! Скай изящно оплывает это препятствие и устремляется на помощь к своим друзьям. Ну вот мы и приехали! А Райдер нас обещал сегодня повезти в поход. Да, крепышу пришел плавательный костюм, и они с Райдером отправились тренироваться. Вместо нашего похода. Ну не переживай, Зума, мы сможем и поплавать, и в поход сходить. Это же круто. Зума, выйди на связь. Зума, вызываю тебя. Да, Райдер, я тебя слушаю. Со мной рядом еще и Маршал. Это хорошо, что ты отозвался, Зума. А то, что рядом Маршал, это вдвойне хорошо. Чем вы сейчас хотели заняться, щенки?
Мы хотели поплавать в водоеме. Скорее приплывайте к нам. У нас тут целая проблема. Тут крепыш попал в поток воды, и на его кости выдвинулись даже Роди и Скай. Но пока нет никаких результатов. В общем, всей командой отправляйтесь на спасение крепыша. Да, будет тяна, Райдер. Да, Райдер, мы как раз находимся возле бурного потока, так что мы сможем соединить приятное с полезным и потренироваться в экстремальных условиях. Ну что, Зума, поплыли? Поплыли! Ну а самые экстремальные ребята, Маршал и Зума, решили себя попробовать в потоке водоема. И Зума у нас мастер своего дела. На старт, внимание, марш! Поплыли! Воу! Вау-вау-вау, вот это экстремальный поток! И Зума покинул! А Маршал плывет, плывет, плывет! И не теряет возможности! Вон он гребет лапками и не теряет возможности приплыть Маршал к крепышу! Молодец! Маршал просто показал супер-класс! Вон он плывет! Зума успешно направляется к своим друзьям! Он очень быстрый, кстати! Смотрите, как очень быстрый! Как ракета просто! Скорость Зумы впечатляет! А вон они, друзья, уже вместе! Вместе находятся рядом! Рядом ждут Зуму! Зума! Приветствуем тебя! Капитан Палтус, я тебя вызываю, срочно вызываю! Я тебя слушаю, Райдер! Направляйся к щенкам, щенки находятся на финишной прямой. Я сейчас заплываю под и тоже направляюсь в их сторону. Все, я скрылся за этим бревном. Да, Райдер, мой буксир пришвартован совсем недалеко от щенков. Я могу выдвинуться в их сторону, вот только закончу свои исследования. Или даже нет, не буду заканчивать свои исследования, сразу же выдвигаюсь. Я выдвигаюсь к щенкам. Оу, тут какой-то усиленный поток, но я успешно плыву к ним. Вот я к вам и прибыл, щенки. Сейчас мы начнем операцию спасения. Ну вот вы и на корабле, ваша миссия завершена. А точнее, наша миссия. Райдер поставил катер Зумы на функцию автонавигации, и он сюда прибудет с минуты на минуту, потому что мой буксир отправил GPS-координаты. Палтус, пока мой корабль ищет точку назначения, я бы хотел спуститься на дно, поизучать морские глубины. О, при помощи моего буксирчика это сделать очень просто. Давай, Зума, остановись в специальную клетку водолаза. Да, здорово! Вот она, водолазная клеточка. Ух ты, мы спускаемся. Наверное, Зуме сейчас очень классно под водой. Ух ты, сколько здесь золотых монет. Тут такие подводные водоросли. А здесь мох накрывает монеты. Там была серебряная монета, серая. А зачем такая клетка? Такая клетка нужна, чтобы не покусали акулы, потому что морские жители бывают очень опасны. Так, ну что, надо уже поднимать Зуму. Он, наверное, уже вдоволь накупался. Ой, как было хорошо искать подводные глубины. Там было много ракушек и много сокровищ. О, вы уже тут? Вы приехали? Да, мы уже здесь. Мы к вам поспели, как только увидели корабль капитана Палтуса. О, классно, приехал Зумин катер Ховеркрафт. Да, это мой катер для миссии. Сейчас я в него сажусь, и он нас отправит по GPS на точку, куда мы приехали с Маршалом. Ну что, Палтус, за мной, следуйте за моим катером. Так, срочно отправляемся, давайте. Ну вот и отлично, приплыли. Ту-ту-ту.
Ну вот мы и пришвартовались, щенки. Теперь вы можете смело выходить на берег. Ух ты, мы уже прибыли, будем ждать райдера. Классно, у нас тренировка получилась, очень весело. Ну что, щенки, я отправляюсь по своим делам, мне пора. Еще нужно покормить моржика, пока. Ну вот я и закончил тренировочку, так хорошо потренировался. Теперь надо поехать срочно к Палтусу и всем щенкам. Их, наверное, уже спасли. Так, садимся в кабину. Оба! Поехали! Отлично, мы сегодня поплавали. Райдер сказал, что я уже могу быть свободна. Только надо райдера подождать, потому что GPS-координаты моего дрона у райдера на ксенофоне, и только он сможет его вызвать. А меня еще ждет какое-то задание. И нас. Райдер попросил нас подождать его приезда. Я думаю, осталось подождать немного, он скоро будет. О, вот и райдер! Привет, щенки! Вот я наконец-то и подъехал на своем квадроцикле, который перетрансформировался в водный скутер. Куда отправляться нам? Зума, ты отправляйся к трекеру и гонщику, они сейчас в джунглях. Хорошо, начну движение по воде, а потом перетрансформируюсь в Джангл Крафт. Рокки, прыгай ко мне на водный квадроцикл, и мы отправимся к твоей спецтехнике. Хорошо. А вы, Крепыш и Маршал, отправляйтесь на миссию добыть и нагрузить бревен. Долг зовет, Крепыш, вперед! Кстати, Скай, я на щитофоне вижу, что твой дрон уже полетает. Пока! Отлично, теперь я смогу быстро добраться до своего вертолета. Пока, Скай! Пока, Скай! Трансформируюсь! Привет, Трекер! Привет, Зума! Слушай, Трекер, я только что приехал с миссии. Нам дал райдер задание испытать в экстремальных условиях наши костюмчики. Мы просто на славу поплавали, а потом еще прокатились на катере капитана Палтуса. Как жаль, что не смог с вами поплавать. Не расстраивайся, Трекер. Кстати, гонщик тоже с нами не тренировался. Свяжись с ним по рации, я думаю, он с удовольствием составит тебе компанию. Это хорошая идея, спасибо, Зума. Ну вот я и на месте, трансформирую свой мотоцикл. Пересаживаюсь на вертолет, а дрон вернется по GPS. Полетели. О, гонщик, привет, ты уже приехал? Ты давно здесь стоишь? Нет, я здесь недолго стою, всего лишь пару минут. Но мне уже не терпится искупаться. Ну ладно, чего нам терять время? Пойдем купаться. Так, надо откопать вот эту завершающую палочку. И можно будет передавать эти все бревна Маршалу. Меняю ковш на бульдозер. Смена инструментов. Смена инструментов. Бульдозером выдавливай полку. Вот так. Отлично. Нам срочно нужно распилить бревна. Чем же это сделать? Ну, я знаю, что бревна можно распилить только при помощи вот этого Маршала. Смотри, смотрите, да. Да, он пилит бревна. Эта машинка Маршала относится к новой серии. Вот Рокки и Крепыш. Вот такая вот крутая машинка. Мы ее сейчас применим в деле. Да, пойдемте, там, разрубим наши бревна. Нарисован листик. Какие же у меня крутые джангл-колеса. Они могут перемещаться в джунглях. Маршал, тут очень большое бревно. Нужна твоя помощь. Я ухват закрепил. А я распилю.
Ну вот я закончу пилить эти все доски. Отлично, Маршал, хорошая работа. Теперь нам останется их отвезти к Рокки. Только я перетрансформирую в машину. Смена инструментов. Смена инструментов. Отлично, Крепыш, теперь осталось мои бревна погрузить в мои специальные щипцы. Вот они. Держи, Маршал. Так, первое бревно готово. Отъезжай. Спасибо, Крепыш. Осталось теперь транспортировать Рокки на речку. Смена инструментов. Смена инструментов. Отлично, Маршал, вы с Крепышом быстро справились. Давай ко мне сюда бревно, я буду делать пирс. Спасибо. Готово. Хопа. Вот осталась последняя досточка, я ее отвезу сам. Рокки, держи палочку. Спасибо, Крепыш, наш пирс завершен. А ну-ка испробуй его, с удовольствием. Нормальный крепкий пирс, все отлично. Отлично, мы построили пирс, миссия выполнена. Сигнал камеры отличный, полет нормальный, вижу гонщика и трекера. Привет, гонщик, привет, трекер. О, привет, Скай. Привет, Скай. Желаю вам отлично отдохнуть, ребята. Поплавать, оздоровиться, порезвиться. А я не буду здесь задерживаться, мне надо лететь дальше. Пока. Поспеши, подпишись на канал. Буги-буба-крю. Лайк поставь, подними палец вверх. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь видео с друзьями.